Друзья, это очень вкусно. У меня уже просто слюнки текут. Ой, это наивкуснейший ужин просто. Посмотрите, какая красота. Пробуем. Как вкусно. Простите, я с полным ртом. Устоять просто невозможно. Класс. Всем привет, друзья и гости моего канала. Сегодня готовим вкусный ужин. У кого-то, может быть, это и обед, и почему бы и не завтрак. Это правда очень вкусно. Сегодня у меня спагетти с курицей и грибами в сметанно-сырном соусе. Это очень вкусно. Первым делом наливаю кастрюльку воды, отправляю на плиту, пусть вода закипает. Нарезаю курицу на небольшие кусочки. Вот так вот. Отправляю курицу в отдельную тарелочку. Курицу нужно посолить. Добавлю сухой гранулированный чеснок. И красную сладкую молотую паприку. И немного черного молотого перца. Все перемешаем. Режем грибы. Лук нарезаю кубиком. Нарезаю кубиком. Вода в кастрюльке у меня уже закипела, я добавляю соль. Не забываем помешивать. Варим до готовности, как у вас указано на упаковке. У меня это 8 минут. Все, друзья, спагетти готовы. Откидываем их на сито. Теперь, друзья, переходим непосредственно к приготовлению. На разогретую сковороду я наливаю небольшое количество растительного масла и отправляю обжариваться курицу. Обжариваю до слегка золотистого цвета. Все, курочка подзолотилась. Теперь самое время добавить лучок. Обжариваем еще 2-3 минуты. Затем добавляю грибочки. Ребята, это уже так вкусно пахнет. Перемешаем. И жарим еще минут 10. Теперь добавляю 2 столовые ложки сметаны. Можно заменить сливками. Сюда же сразу отправляю плавленый сырок. Все перемешиваю. И тушу буквально 2-3 минуты, пока сыр расплавится. Готово, друзья. И теперь осталось добавить сюда только спагетти. Перемешаем. Добавьте специи по вкусу, что вам нравится. Немножко подсолить можно. Я добавлю немного соли. Вот так вот. И вот такой прекрасный ужин у нас получается. Посмотрите, аромат стоит на всю кухню. Друзья, это очень вкусно. У меня уже просто слюнки текут. Ой,
Это наивкуснейший ужин просто. Посмотрите, какая красота. Пробуем. Как вкусно. Простите, я с полным ртом. Устоять просто невозможно. Класс. Я не могу остановиться. Это прекрасно. Обязательно рекомендую вам приготовить это блюдо. Это правда очень вкусно. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока. Не забудьте подписаться на мой канал. Здесь вы для себя найдете очень много интересных рецептов и заготовки на зиму всевозможные. Вкусные, ароматные, как я всегда говорю. Ну и также много разных блюд повседневных и также праздничных. Салаты, закуски, бутерброды. Бутерброды вообще наша самая любимая повседневная еда. Вот вставляю вам некоторые фотографии с моего канала, чтобы можно было посмотреть разнообразие. И если вас заинтересовало, подписывайтесь на канал. Также готовим блюда на мангале. Редко, редко, но метко. Все, ребята, всем приятного аппетита. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.